А мы двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И следующий поединок, последний поединок этого выпуска. И, собственно, последний выпуск турнира VF Pro Fight в городе Джалалабад. Заирбек Уулу Толкунбек против Исраилова Шерзода. Бой весовой категории до 71 килограмма. Появляется уже Заирбек Уулу. И сейчас должны мы дождаться бойца из Узбекистана. Заирбек Уулу, 26 лет, сам он родом из Джалалабада, мастер спорта по самбо, довольно опытный. И при родных трибунах должен своих болельщиков, я думаю, порадовать. Ну а что касается Шерзода Исраилова, ему всего 21. Является представителем клуба «Ахмат», филиала клуба «Ахмат» в городе Ташкент. Сам кикбоксер, я думаю, любит работать именно в стойке. Слева от меня боец весовой категории 71 килограмм, его рост составляет 180 сантиметров. Уроженец города Джалалабад. Команда Джалалабад, мастер спорта по боевому самбо. Ему 26 лет. Встречаем Заирбек Уулу Толкунбек! И его соперник справа от меня, красный угол. Боец весовой категории 71 килограмм, его рост составляет 175 сантиметров. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Команда «Ахмат», тренер Кадыров Надыр. Ему 21 лет. Встречаем Исраила Шерзода. Бойцы в середину. Бойцы, рукопожатие. Удары запрещаются в затылок, в область позвоночника. Пар, шорту, сетку не хватаем. Удачи обеим бойцам. В сторону. Первый раунд. Да, первый раунд последнего поединка вечера. Заирбек Уулу Толкунбек против Шерзода Исраилова. Сейчас Толкунбек к нам спиной. Оба бойца в черных трусах. Вот справа это представитель Кыргызстана. Хороший захват поймал. Ну какой же красочный тейкдаун от Исраилова. А узбеки любят вот так побросать. В итоге все же Шерзод оказался внизу, выпутался Заирбек Уулу из этой ситуации. Мы, похоже, очень много сил потратили, такая небольшая пауза у нас возникает. Пытаются отдышаться, держат друг друга за шею, но, мне кажется, у Заирбек Уулу позиция получше. А, наконец-то он обе свои руки совместил и начинает душить. Удастся ли, переворачивает Шерзод. И в итоге оба бойца встают на ноги. Но нельзя держаться за шорты. И все-таки в захвате. А Толкунбек Заирбек Уулу продолжает душить. Продолжает. И что, додушит ли оппонента? Исраилов пока не сдается. Да, зря выпустил. Мне кажется, нужно было еще немножечко дождаться. Но Толкунбек не стал продолжать. Кстати, капа вылетела у узбекского бойца. Хорошо, хорошо вышел из этой позиции Исраилов.
И вот, наверное, впервые в первом раунде он находится в лучшей ситуации. Ловит на болевой. Браво! Да, красиво, красиво все исполнил. Был шанс у Толкумбека, когда стояли стоя, он душил. Нужно было додавить, нужно было. Но мы видим, что партер Исраилов очень неплох. Ну и вот этот прием, классический прием на руку, болевой. В первом раунде за 3 минуты 11 секунд болевым приемом на руку. Победу одержал Исраилов! Вот, собственно, друзья, это был последний поединок вечера в Джалалабаде. Победу одержал узбекский боец Шерзод Исраилов. Собственно, весь турнир вы могли наблюдать на нашем телеканале. Не пропускайте записи в Ютубе, ищите НТС Спорт. Собственно, все бои, все, что было именно там, только ради вас. Ну и благодарственные слова от Кайрата Мусаева. До скорых встреч, друзья. Смотрите ВЕФ на телеканале НТС Спорт.